Нет. СУЛ является первостепенным препаратом, а БЭТ является второстепенным после работы. Они два очень сильных препарата, но СУЛ требуется пить натощак после стакана воды, а БЭТ лучше после еды. И после, то есть только так, в этом случае. Обычно, если вы не кушаете, но выпили водички, то после СУЛа должно пройти минимум полчаса, чтобы выпить БЭТ. Секундочку, еще вопрос. Вот, есть результаты по стафилококкам и стриптококковым инфекциям? Есть, дорогие мои. То есть у меня очень серьезные результаты по стриптококкам и ахинококкам, связанным с нарушением костно-мышечной системы и уничтожением, фактически, и заболеванием синовитов, и нарушением костно-мышечной структуры в этом случае. В этом случае серьезно помогает БЭТ. Он обладает очень серьезным антипаразитарным действием, которое влияет не только на стриптококки и эхинококки, но влияет также еще, и кроме стафилококков, влияет даже на такую функциональную микрофлору, как ришта, одну из самых сильнейших, то есть, которая закрепляется в человеческом организме. Влияет с ее уничтожением и выведением, и впоследствии созданием иммуноструктурной системы защиты для того, чтобы впоследствии она не проявлялась. Вот так.